Что вы думаете о деятельности Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования и его руководителе Якунине? Спасибо. Ну, Якунин – это один из проектов установления альтернативного якобы патриотического управления России. То есть тот, кто как рассматривался одно время как альтернатива на президентство при смене Путина. Якобы крутой патриот. Однако при управлении железными дорогами мы видим, что он действует на одно – на удушение России и ее расчленение. Вот смотрите, все мы знаем, что мы потеряли Аляску, мы потеряли Калифорнию, причем Калифорнию в большом плане. Из Северной Калифорнии была выделена та территория, на которой американцы создали сразу два штата – Орегон и Вашингтон. А ведь еще и Калифорния была у нас. Причем губернатор отчитывался перед нашим чиновником о том, как он управляет территорией. Вот, и при попытке там что-то проявить какую-то самостоятельность, они жестко пресекались. Вот, если там чего-то испанский губернатор себе там возомнил. Так вот, а почему мы потеряли? Потому что мы не могли удержать эту территорию, потому что у нас не было населения на этой территории. Крепостное право препятствовало расселению. Вот у нас был абсолютный избыток населения в европейской части населения и абсолютный недостаток населения в Сибири и в Америке. А ведь Михаил Васильевич Ломоносов что говорил? Помните? Богат Сибирью и Америкой. О чем забывают все, кто цитирует Ломоносова. Америкой, он говорил, прирастать будет. Вот. Но государственное управление действовало таким образом, чтобы населения у нас там не было. Смотрим, что делает Якунин. Он максимально снижает и делает невыгодными все пассажирские перевозки по железной дороге. И особенно перевозки на Дальнем Востоке. Разбираются пути, отменяются пригородные поезда, и поезда местного значения и все прочее. То есть сокращение. Он реализует одну единственную мысль, которая неоднократно уже высказывалась различными надгосударственными деятелями, что вся железная дорога России должна быть транспортной артерией между Дальним Востоком и Европой. Все. Вот на это Якунин работает эффективно. Все остальное он уничтожает точно так же эффективно. Он работает на то, чтобы Сибирь отколоть от России. Видимо, это такая дань за то, чтобы стать президентом России.